благотворительную акцию «Урожай» территориальный центр социального обслуживания населения Московского района города над Бугом проводит ежегодно. Главная цель мероприятия – обеспечение социально незащищенных категорий граждан необходимыми продуктами питания на осенне-зимний период. В прошлом году сельскохозяйственную продукцию получило более 700 семей. Узнать об итогах акции в 2014 можно будет только по окончанию осеннего марафона. Однако уже сегодня понятно, что цифра будет почти аналогичная прошлогодней. Мы при обеспечении овощной продукции исходим из той категории, которая находится у нас на обслуживании. Это, во-первых, пенсионеры малообеспеченные, многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Причем исходим еще из того, чтобы среднедушевой доход в этой категории не превышал 1,5 бюджета прожиточного минимума. Бюджет прожиточного минимума на сегодняшний день составляет 1 340 000. Мы посчитали, что будет 2 миллиона. Вот из этого мы исходим. В списке семей, которые сегодня получали овощные гостинцы, жильцы двух детских домов семейного типа. Родители-воспитатели признаются, что такая помощь для них хорошее подспорье и очень благодарны организаторам благотворительной акции. Мы недавно, в общем-то, работаем. Но второй раз у нас такая помощь получается. Вот первый раз обувью помогали, да, там вещами какими-то, а вот сейчас уже вот мы получаем помощь такую продуктами. Для нас это такое хорошее очень подспорье, потому что, конечно, детей накормить в наше время, это самим, наверное, сложновато все-таки. Поэтому мы очень благодарны территориальному центру и вообще всем, кто нам оказывает помощь. В прошлом году организаторам акции удалось заготовить более 12,5 тонн сельскохозяйственной продукции. В 2014-м, уверены представители центра, эта цифра, благодаря неравнодушию и отзывчивости берестейцев, будет не меньше. Сотрудники территориального центра благодарны каждому, кто внес свой посильный вклад в общее дело, и надеются, что такая добрая традиция продолжится и впредь.